Всем добрый день. Что хочу сказать, что нельзя преувеличить роль штатива в видеопроизводстве. Сегодня я расскажу о некоторых штативах и штативных комплектах торговой марки E-Image и начну с комплекта EI7050AA. Это легкий бюджетный штатив с алюминиевой трехсекционной треногой AT7402B со средней растяжкой и жидкостной видеоголовкой. Чаша диаметром 65 мм. Штатив укомплектован резиновыми противоскользящими пятками. Растяжка нерегулируемая. Высота штатива от 77 до 160 см. Немного сдвинув ноги штатива, можно сделать его повыше. Поворотные четырехлепестковые ручки фиксации. Комплект рассчитан на нагрузку до 5 кг. В комплекте идет видеоголовка 7050H. Особенностью этой видеоголовки является подвижная планка со шкалой, в которую, как в рамку, фиксируется быстросъемная площадка. То есть не понадобится каждый раз при установке камеры на штатив регулировать баланс камеры. Голова с постоянным контрбалансом. С одной стороны находится регулятор сопротивления, с другой – фиксатор по вертикали. Снизу – маленький флажок горизонтальной фиксации. Ну и, конечно, индикатор уровня. Что еще приятно, что в креплении ручки предусмотрена зубчатая прокладка, которая снижает вероятность износа зубцов на металле, что довольно часто встречается при интенсивной работе. В комплекте идет ремень и довольно неплохой кофр. Вес комплекта 4,5 кг. Следующий комплект E-Image EG03AA. Также штатив начального уровня с нагрузкой до 5 кг. Ноги такие же, как в предыдущем, AT7402, только с буквой A. Отличается только диаметром под чашку головы. В комплекте использована голова GH03. Жидкостная головка с пружинным противовесом и 75-мм чашкой. В голове идет более привычная планка с движущейся внутренней частью, что позволяет лучше регулировать баланс, например, для зеркалки с тяжелым объективом. Замок по вертикали и регулятор сопротивления расположены с одной стороны. Под ними горизонтальный замок и уровень. Над ними яркая кнопка освобождения планки. С другой стороны только замок планки. Довольно приятная плавная голова. Хочу сразу сказать, что сейчас довольно жарко, а известно, что при низких температурах головки становятся немножко потуже. Вес комплекта 4,3 кг. Чехол в комплекте. Поехали дальше. E-Image EG03A2. Здесь наоборот. При той же голове GH03 мы имеем совершенно другие ноги. Также внутренняя растяжка, но уже с регулировкой. Особенностью является система фиксации ног. Три секции фиксируются только одним рычагом, что очень удобно при репортажной съемке, да и не только, вообще просто удобно. Все тот же алюминиевый сплав, высота от 75 до 168 см, уже немного повыше, и вес комплекта 4,9 кг. Теперь топовый вариант. Даже кофр для этого комплекта выполнен в лучших традициях кофров для камер и при желании может превращаться в рюкзак. Водоотталкивающая ткань и ребра на днище и торце. Комплект E-Image EG15A2. Профессиональный штатив с жидкостной головкой GH15 с нагрузкой до 15 кг. Ширина чашки 100 мм. Высота от 63 до 177 см. Тренога в данном случае карбоновая GC102 с нижней регулируемой растяжкой. Есть аналог из алюминиевого сплава GA102. Та же система фиксации всех трех секций одной ручкой. В пятках предусмотрено отверстие для фиксации, мелочь, но все же. Теперь про голову. Довольно интересная голова. Первое, что мне бросилось в глаза, это сменные зубчатые пластины под ручку. Они обычно стираются и поменять их уже нельзя. Есть прокладка на ручке. Сама ручка с регулируемой длиной. Интересная вот резиновая такая вот ручка сама. Индикатор уровня с подсветкой. Голова имеет 5 ступеней регулировки сопротивления по горизонтали, столько же по вертикали и 9 ступеней контрбаланса с полным его отключением. Отличный диапазон угла наклона. Практически вертикально вниз можно. Штативная планка с двигающейся вставкой внутри для лучшей балансировки камеры и шкалой. Большие удобные лепестки замков. И, кстати, очень удобная ручка фиксации самой головы, не требуется больших усилий.
В общем, добротный профессиональный комплект, вес которого около 9 кг с алюминиевыми ногами. Я немного рассказал о бюджетных и топовых комплектах, между которыми большое количество вариантов. Штативы и имидж – это неплохое соотношение удобства, надежности и цены. Интернет-магазин TV Проект – это то место, где вы можете подобрать себе любое оборудование. Заходите к нам на сайт, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новинок.